Я пришел домой, дверь была закрыта снутри. Вот. Позвонил хозяйке, соответственно, у кого снимаю. Открыли вечером, вскрыли, увидели два трупа. Вот. Ну, сначала было то, что этот суицид, то, что она типа покончила с собой и ребенка забрала. Оказывается, нет, у нее сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность, приступ сердечный, да? А с ребенком что? С ребенком, наверное, от того, что был голодный, наверное. Голодный? От голода, наверное. А как давно? Там 6 дней они пролежали. Как эксперты сказали, тело пролежало в квартире 6 дней. Кошмар. Ребенок просто не дождался. А у вас здесь ни родственников, никого, получается, нет, один? Мама приехала вот сегодня, а ее родственники приезжали только к Следственный комитет разговаривали. Понятно. Ко мне они не заходили. Ну, а вы тревогу не поднимали, что неделю? Вы на работе, да, мне сказали? Да. А вы тревогу не подняли, что она неделю не отвечает? Ну, это, я думал, то, что она обиделась на меня. Мы на днях по телефону поругались до этого. Ну, может, ее обида. Угу. Вот. Потом все-таки у меня уже стало брать, что телефон даже недоступен. Мне такого никогда не было, что телефон был недоступен. Поэтому я уже сразу начал то, что хозяйки скрыла квартиру. Я пришел, когда в 3 часа дня, ну, чтобы домой посмотреть вчера. Угу. Даже ребенка не слышал. Но у меня тоже было такое предложение, мало ли, может, вышли, ну, на улицу погулять. Угу. Вот. Ну, хозяйка сказала, я вечером подъеду, попробую своими ключами тоже открыть. Вот. В итоге тоже не получилось, и вот с этого начали уже. То есть у вас никакого не подозрения, ничего не было, не возникло даже? Она на сердце жаловалась? Мне она ничего не говорила, то, что у нее там что-то болит или что-то. То есть неожиданно это все произошло. Понятно. Мальчик, девочка у вас? Мальчик. Мальчик. 3 года, да, 3,5? 4. Вот. Ну, то в июле уже было бы 4 года. Да. Понятно. Ну, как вы? Как? Шок. Все трясет. А что, в квартире ничего поесть не было, или ребенок не мог? Нет, следователи посмотрели, холодильник все исполнили, тем более я перед тем, как уходить на вахту, я закупился продуктами, 3 пакета полных готовил холодильник. То есть еда была. То есть просто не смог, наверное, взять или найти, да, не получилось у него. Да, страшно. А мне говорили, что еще окно у вас открыто было, может быть. Да, на форточку было, ну, как наверх. На проветривание. Но не холодно в квартире было, нет? Нет. Скорее всего, от голода, да? Не выдержал. А у меня такой ребенок, он наоборот жару не любил. Угу. То есть ему, чтобы было свежо. Он даже у меня голенький по квартире бегал. Ну, в одних трусиках. Да, я вас понял. Примите соболезнования, это прям очень трагично.